Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в Кроку-Сити-Холле. Якуб Джони Юсифзоды, сообщает Следственный комитет Российской Федерации. По данным следствия, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Юсифзоде предъявлено обвинение по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Террористический акт». Таким образом, на данный момент следствием предъявлено обвинение 10 фигурантам.